Вот иди сюда. Сюда идите, ребятёнки. Куда все разбежались-то, а? А учительницу спасать, дети. Дети, вы что? А кто ж спасет Анастасию Федоровну? Нет, я тебя не могу. Попалась! Корчится там. Самый непослушный ребенок, теленок. Иди сюда. Тихо, аккуратней, Леший. Так, ну-ка давайте, ну-ка, Леший, ему что нужно сказать? Что ваше самое главное оружие? Дружба! Ну, что нужно сделать, чтобы доказать Лешему вашу дружбу? Взяться за что? Да! Быстренько все не за надо. Руки взяли! Не быстрее, за руки быстрее! Не только за руки не беритесь! Не беритесь за руки! Это вредно! Вы что, коронавирус? Какие за руки? А теперь помните, как нужно Лешему показать, что как вы дружим? Как не надо! Дружим? Вот так вот скажите. Вот такой большой у нас круг, о, нет! Когда мы дружим. О, нет! И маленький круг, когда мы дружим. Нет! Только не это! И какой высокий! Только не это! Только не это! А какой низкий круг у нас получается, когда Леша дружит? Вы что делаете? Прекратите! Прекратите делать это! Я тебя победю! Прекратите. А что Леший-то? Читать ты умеешь, Леший? Мы тебя победим! Плохо. Плохо? С запинкой. Очень плохо. Ну, так, у тебя, наверное, что-то там есть для деток, да? А что мне? Так. А у Лешему ты нечисть книжку на Новый год подарили. А ну он забыл. Леший, уходи отсюда. Маленькие дети, ни за что на свете. Не ходите нахуй погулять. Леший, уходи. На мангал не нападите. Давайте. Что, блин, давайте. Терему! Лешему эту книжку прочитать надо. Здесь. Вот это кто такой, да? Здесь стоит? Можно я? Разбирайте роли, чтобы Лешему спектакль показать.